Сегодня у нас была такая затронутая тема роль стилистов в ритейле, и это большая тема. И я представляла такой симбиоз между стилистом, который работает с клиентами, и человека, который работает и консультирует брендами. То есть я была такой в смежной категории, можно так назвать, стилиста, и делилась своим просто опытом работы и с частными клиентами, и с брендами. Это, как всегда, прекрасная выставка. Все развивается, и CPM тоже. То есть, как всегда, много крутых представителей брендов, ярких личностей, интересных контактов. И ну что можно еще сказать? Круто. Все просто круто. На самом деле никогда не бойтесь креативить. Никогда. Помните, что сейчас эмоции – это главное. Но эмоции вы должны испытывать не только внутри, но и показывать ее снаружи. Поэтому не бойтесь, проявляйте эмоции, ну и будьте живите счастливы.